Бог пользуется в деле самым малым, заброшенным, ненужным, завалящим. Неважно из чего, из дерева, из стали, одна копейка в банке или целый ящик. Но это малое, попав в пастушью сумку, пристроившись в прощу мочонки псалмопевца, уже во лбу врагов готовит лунку, пшенищенка течет из плена тестом. Малюсенькие капельки дождя такие глыбы размягчают в поле. Слезинки-сиротинки до неба долетят. В руке отважной женщины ракеты чудо-колья. Напрасно христиан враги пренебрегают, их мало, за себя они постоят. Но вот уж их дивизии, бригады, позорный крест над скалами маяк. Такие незначительные люди, незнатные, неизвестные, в оковах. Растет и ширится из Галилеи чудо, победное, божественное слово. Что значит проповедь о плотнике распятом? И понесли его с десяток рыбаков. Для иностранцев вдруг заговорили внятно, и слушатели бросили в огонь своих богов. Христианин, с Иисусом ты повсюду не один. В великой немощи всегда Христова сила. Из уст у Агнца меч, огонь и дым. Сгорают Ленины, Нероны и Аттилы. Перебирая щетки по утрам, высказываем тайные желания. От сырости слезы с грибной головкой храм. Мой враг на водопой пришел не львом, а ланью. Каким бы ты себя несчастным ни считал, да праха малосильным, убогим, бесталанным, пастушья палка жезл пробьет утробу скал. Пустой сосуд с рассветом наполнишь чудной манной. 8 июня 2003 года.